Всем доброго времени суток. С вами канал Бонсай сначала 65 Алексей. Как всегда, я вам показываю свои бонсаи. Вот еще один у меня бонсай из инжира. Стиль, по-моему, Шеремейки. Вот такой. Как я помню, первый начинал, как сделать из множества столов бонсай из инжира. Вот он такой. Вот у меня уже. Кто помнит, я осенью подрезал. Сейчас он у меня вот так вот оброс уже. Посмотрите. Это зима. Конец уже практически перед февралем. Я ему сейчас укорочу некоторые моментики длинные, вот эти веточки вытянувшиеся. И дальше поставим до весны уже. Начнем, как всегда, с нижней ветки, с этой. Срастается он почему-то плоховато. Хоть он семейство фикусов, но что-то он не хочет. Держится за счет проволочек. Ну, пусть он так смотрится тоже хорошо, как настоящее дерево. Я думаю, со временем он все равно срастется. Возможно, буду ранить, я уже говорил. Ну, пока что не буду ничего делать лишнего движения. А пока что я обрежу вот так вот здесь. На эту почечку, вот на эту боковую. Сильно. Так. Дальше эту веточку. Вот здесь короче сделаю. Все это я укорочу. Даже нет, даже вот эту веточку я укорочу вот на эту. Дальше. Дальше поехали. Дальше, смотрите, вот она. У него тут почка, и вот тут нижняя есть еще почка. Поэтому на нижнюю почку. Он хорошо пробуждает почки, поэтому резать ничего страшного, можно. Видите, вот эту веточку тоже удаляет, потому что она длинная. Это я обрезал без камеры уже. Вот эту нижнюю ветку вот так вот получится. Так, вроде бы, как она немножко есть. Эту, смотрите, вторую ветку выше над ней. Вот эту часть. Так, сейчас, секунду. Вот эту часть я не буду до конца обрезать, чтобы маленькая шапочка получалась. Вот смотрите, какие резные листочки. Самое интересное, здесь из множества столов некоторые резные, некоторые вот такие вот листочки. Ну, он бывает и такие выпускает, и резные, как ему хочется. Дальше идем на эту ветку. Эту ветку я тоже, вот эту часть тормознул сюда, на ту почку перейду, сюда в сторону шел. Сюда. Дальше идет ветка у нас выше, вот эта. Эту ветку трогать я, наверное, сейчас я посмотрю. Не буду, хотя у нее надо было вершинку туда укоротить. Длинноватая, ну пока что. Пока что нет, пусть они растут и сращивают эти веточки. А вот эта вот, она очень большая. Я ее обрезал, смотрите, вот я здесь обрезал ветку, вот эту, она до новой почки. Поэтому я вот здесь еще ее на эту веточку переведу. Ой, почечку. Вот на эту почечку переведу. А вот эту можно будет, наверное. Нет, это старый, пусть стоит. Так она будет. Так, так, так. Пока что здесь вот так пусть все срастается. Эту ветку, вот эту. Я все-таки не знаю, наверное, пока все-таки трогать. Она, видите, длиннее, чем вот это получается. Это не очень хорошо, конечно. Можно, конечно, было бы срезать вот здесь ее, а на почку новую пробуют. А вот эту тогда, вот смотрите, она будет длиннее. Это не очень будет симпатично смотреться. Так, и поэтому мне надо все-таки, наверное, вот эту ветку я срежу вот здесь, наверное, вместе с проволочкой здесь. Так вот, наверное. Она, если что, здесь почку пробует. Она пробуждает почки, в принципе. Легко. Просто здесь надо будет проволочку немножко отмотать. Освободить что-то. Здесь почечка есть. Возможно, она там рот будет.
Эту пока я не буду трогать. Видите, листик. Можно листик было убрать. Этот большой. Но сейчас солнца мало, поэтому листики сильно добирать не надо. Потому как они это... Света мало, они почему широкие становятся. Когда лето, можно будет весной убрать эти большие листья. А сейчас ему света мало, почему выпускают большие листья. Эту веточку я не буду обрезать. Она пошла. И вершина. Вершину я подрезал, она вот такая вот. Вершинку я трогать не буду. Можно было ее выпрямить, вот так будет лучше изгиб, и сюда изгиб будет. И отлично получится. Ну, вот такой вот у меня где-то примерно получается. Вон в круговую у него получается лица нету. Как бы лицевая, он в круговую смотрится вот так вот. Смотрите, как смотрится он. Прекрасно, кстати. Смотрится. Ничего, что я эти листики обрезал, он разбудит. Новую почку даст. Возможно, эту разовьет. Я думаю, что далеко. Я так думаю, что надо разбудить должен. У него еще вот почки вот есть. Поэтому что страшно. Самое главное, чтобы ветки срастались. Вот что самое главное сейчас. Но все равно такая форма уже смотрится красиво. Как дубок такой. Всем пока-пока. С вами был канал Бонсай сначала 65. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Кому нравится, поставьте пальчик вверх мои бонсаи. Ну и там нажмите на колокольчик, сообщение, чтобы вам приходил оповещение, что у меня вышло новое видео. Я еще вернусь. Всем пока-пока, всем хорошего неба. Ой, чистого неба над головой, всем хорошего настроения, всем вкусной на столе. Ну, жили счастливы и богаты. Моя рука, как всегда, машет. До свидания.